Сурдёй. Я? А вы кого ждали? Никого. На деревне говорят, что у вас два пионера пропали. Ничего, найдутся. Не скажи. Если на Галыгинскую гать забредут, могут и не вернуться. Что за гать такая? Гать-то? Дорога из хвороста. А строится обычно на болоте. Что ты этим хочешь сказать? А то, что если попали туда ваши ребята, так могут и не вернуться. Утонут? Нет, утонуть не утонут, а увидят старого графа и помрут. Ха, чего ты тут басни рассказываешь? Не надоело тебе выдумывать? Ничего я не выдумываю, все истинная правда. Старики рассказывают. Там граф с сыном закопанный прямо на гате. Царица приезжала сюда давно еще, до Наполеона. Вот царица приехала и казнила графа с сыном. А хоронить не позволила. Велела прямо в грязь закопать, на самой гате, чтоб все по ним ездили. Так они там закопанные и лежат. А ребята наши при чем? Вот слушай, значит, старый граф с сыном там. Только не похоронены они, как полагается. Вот и томятся их души. Никак не попадут ни в рай, ни в ад. Хм. Ох и умора ты. Дай послушать, что человек говорит. Томятся, значит, их душеньки. Так и стонут под гатью. Так и стонут. Я сам туда ходил, слышал. Старый граф этак глухо стонет. Постонет и перестанет, постонет и перестанет. А молодой громко точно плачет. Ей-богу. Страшно. Страшно. Да тихо ты! А в самую глухую полночь старый граф выходит на гать. Старый, борода до колен, белый, весь седой. Выходит и ждет. Увидит прохожего человека и говорит ему: «Поди, — говорит, — к царице, и скажи, пусть, мол, похоронят нас по христианскому обычаю. Сделай милость, сходи». Так это слезно просит, жалобно. А потом кланяется. А вместо шапки снимает голову. Держит ее в руке и кланяется. Стоит без головы и кланяется. Тут кто хошь испугается. С места не сдвинешься со страху. А старый граф держит голову в руке и идет прямо на тебя. А прохожему главное что? Главное на месте выстоять. Ежели выстоишь на месте, так он подойдет тебе вплотную и сгинет. А ежели побежишь, так тут и упадешь замертво. Упадешь замертво, а старый граф тебя под гать и утащит. А за что их казнили? Кто их знает? Кто говорит за измену, а кто говорит, клад золотой царский запрятали? Ха, ну, конечно, клад уж тут обязательно. Это про этих графов ты рассказывал? Про них. Который граф за границу убежал, так тому, что под гатью он внукам приходится. Сказки. Не говори. Старики рассказывают. Мало ли, что старики рассказывают.